С 1 ноября 2020 по 28 февраля 2021 года будет действовать запрет на промысел в акватории Черного моря. Об этом информирует пограничное управление ФСБ России по Республике Крым. Ограничения проводятся с целью сохранения и приумножения популяции морских обитателей. При понижении температуры многие разновидности рыб в Черном море образовывают плотные скопления вблизи береговой линии и ведут малоподвижный образ жизни, тем самым становятся легкой добычей для рыболовов. Запрет на осуществление любительского и спортивного рыболовства будет действовать на расстоянии не менее 100 метров в акваториях Ялтинского морского, торгового и пассажирских портов, порта Артек в Феодосийском заливе до причала у мыса Чумка, от причала Карадагского природного заповедника до мыса Толстый, от мыса Меганом до мыса Пещерный включительно. Нарушители будут привлекаться к административной ответственности, а в случае причинения крупного ущерба – к уголовной.